Максим, скажите, почему после первого забитого гола в первом тайме у вас было вот множество моментов, но вам их не удавалось реализовать? Ну, у нас вообще всегда проблемы с реализацией, и, возможно, я найду оправдание в мокром мяче, в мокром поле. И мы, так как играем во второй лиге, мы играем на других полях, поэтому есть немного дискомфорта. После четвертого забитого вами гола вы отдали инициативу Горному и пропустили. Это потому, что устали? Нет, мы не отдали. Вообще так всегда случается, когда команды выигрывают, они отдают инициативу. Ну просто мы поняли, что игра в принципе уже сделана, полностью мы не отдавали. Мы создавали также моменты, так что все было хорошо. Но все равно был какой-то спад заметен, ну вы объяснили почему. А как вообще оцениваете игру своего соперника сегодня? Ну парни хорошо играли, но слишком много брали индивидуальностью, то есть не было такой сильной командной игры, хотя были видны комбинации, которые показывают, что у них с этим все хорошо. Плюс у них завершающие моменты очень были слабые. И я думаю, им надо чаще бить по воротам. Вот, это мой совет личный. Хорошо, спасибо вам большое, до свидания.